Здравствуйте, дорогие читатели сайта «Куплю интернет» и зрители канала «Куплю интернет». В сегодняшней видеоинструкции я расскажу вам, как осуществить перевод денег с PayPal на другой аккаунт PayPal. Для начала необходимо перейти на сайт paypal.com, ввести логин и пароль и нажать вкладку «Send Money». После недолгого раздумья мы переходим на вкладку «Send Money». Здесь выбираем электронную почту, куда нужно сделать перевод. Возможны два способа: перевод за покупки и перевод за персональные какие-то услуги. В данном случае я рассказываю на примере перевода денег Лилии посреднику в Канаде за покупку iPhone 5. Нажимаем Personal, выбираем другое. Далее необходимо ввести сумму, которую мы планируем перевести. Так как страна Канада, нам нужны канадские доллары. Выбираем сумму для перевода, в моем случае это 48 канадских долларов. И здесь видим, что это эквивалентно 50 долларов 70 центов USD. Нажимаем кнопку «Продолжить». В следующем окне мы видим более детальную информацию относительно перевода. Планируем перевести 48 канадских долларов. Это эквивалентно 50 долларов 70 центов американским. Налог необходимо заплатить нам, чтобы Лилия получила именно 48 долларов. Сумма, списываемая с нашего счета, будет 48 долларов 48 центов в эквиваленте Канады. Можно пометить какой-то комментарий. Еще раз проверяем адрес получателя, сумму отправляемую, основание платежа. Если все верно, нажимаем Send Money. После непродолжительных размышлений появится информация, что деньги отправлены. И далее можно посмотреть транзакцию более детально. Вот мы видим, что списана сумма 41 50 21 21, 48 48 канадских долларов. Буквально через несколько секунд Лилия получит этот платеж.